Начинаю смотреть робота Dragon Flame. Ну и твоего друга. Все. Так. Больше не китайцы. Сейчас я покажу первую версию этого робота. А, ну, какого хочешь, показывай. Берите джетпак. Вот. Джетпак? А, кому-то из нас джетпака не достанется. То есть, вот, вот такой робот, и можно управлять именно сзади. Так, удали джетпак, пожалуйста. Сейчас. Чтобы ты красивее, да, сделал вторую версию? Ой. Вторую версию вторая, красивее но... сделал? Нет, вторая версия почти такая же, просто эта версия, не, ну, типа, первая версия не особо хорошо ходит, но... А вторая немножко лучше. Посмотреть. Сейчас его немножко надо повыше сделать. Это. Вот, немножко повыше. А что там еще за фотки отправили? Ну смотри, ты этого робота отправил белого цвета. И внизу еще какого-то робота. А, это я его просто перекрасил. Это то же самое. Нет, ну белый, а потом какой-то еще был, это кто? Там написано, этот робот не доделан, но будет доделан. Да не, вроде я не писал. А, ну, это невидимость написал, да. Встань со стульчик. Ой, где? Так. Куда мне идти? Не знаю. Можешь где-то... Ой, я залил пол. Так, ну мы тогда начинаем сейчас. Я где-нибудь сяду. Ой. Да, можешь поставить где-то себе стульчик. На сейчас голове только... буду сидеть. Хорошо, сейчас я его чуть-чуть выше подниму. Вот так. Чуть на один блок выше, чтобы он просто к земле приклеивает. Все, я готов. Сейчас, секунду. Ну, он типа особо ничего такого крутого не может, но... Так. Ну, что-то может. Вот. Ага, он не может ходить из-за чего-то. Кто-то не убрал колесо. Вот. Он может... Ну, короче, вот такой вот робот. Он не особо крутой, но... То есть, я ему еще, конечно, не до конца сделал, но... Его я потом ему планирую сделать меч. То есть, это будет боевой этот робот. Ну, то есть... Ну, короче, я понял. Сейчас, так. Он умеет всякие такие... Ну, такое что-то делать. Стой, стой, а можно я его одену? Да, хорошо. А как? А, он на кресле просто. Да, это другая версия, но он не особо, конечно, вроде ходит. Сейчас ну спусти, его... пусти. Короче, первая версия была на тортике, ой-ой-ой. Ой, а чё он такой? Подожди. Подожди, это я нечаянно, я на вперед нажал. А, окей. Ну подожди, да, тогда вроде, но... Так. Он немного неустойчивый, конечно. Надо было невидимую платформу сделать. Ну, не вроде, так невидимая. О, стойте, не трогайте, не дуйте на него, он сейчас упадёт. Ну, получается, он вот так выглядит, у него работают руки, ноги, ну, короче, вот так как-то. Да, я потом ему буду доделать меч. Короче, робот-танцор. Хопа, хопа. Ну, да, можно так сказать. Ну, он выглядит как... А, кто это? Ну, как это? Как... Роборыцарь. Да. Роборыцарь, да. Роборыцарь. Ну, да. Отжиматься я бы хотел бы, но... Может, хопа, на ногах, на руках перебираться. Так, сейчас, назад вернемся. Ну, короче, он умеет махать руками вот так, и летать даже. Немного. Драться, короче, может. Если на руки динамит поставить, вот так всех бить. Кто-нибудь упал на землю, так о, дыш, с размаху. Ну, ведет себя как рыцарь, короче. Может еще ходить. Ну, ногами именно. Так. Только это немного не помогает, но зато может ногами бить вот так хоть кого-нибудь. Или разгоняться. Ну да, может ходить, в принципе. Ну, ему можно сейчас скорость немножко больше поставить. А, ну поставь, сейчас хочешь. А может... О, отжимается, смотрите, на руках. О-о-о. Я смотри, отжимаюсь. Прикольно. Хопа! Угу. Теперь он умеет прыгать. Кашмы. Кто ему хочет вместо меня управление взять? Или нет желающих? Нет. Ладно, тогда будем бежать. Он бежит в обратном. Да куда ты? О, теперь это вообще робот, который может убежать. Все так ложится? Может высоко прыгать очень? Так, ну, что могу сказать? Ну, наверное, на этом все. Ну, для конкурса все. Всем пока. Пока.